Хей-хей-хей, всем привет, Ликей здесь, и я хочу объявить о наборе на новые съемки Дебатла. Шоу Дебатл, где люди спорят друг с другом. Вы можете посмотреть в описании, как это шоу проходит, но я думаю, вы уже понимаете, о чем речь. И значит, это не мое. И значит, расскажу темы на следующий выпуск, на следующие съемки. Какие темы? Так, где я тут? Я где-то сфоткал. Где-то фотос, вот. Значит, темы на следующей съемке такие. Аборты. За или против? То есть, у вас должна быть... Да, кстати, это касается всех тем. У вас должна быть четкая позиция, аргументированная. Прям жесткая. Прям не так, что из серии. Ну, я и про это что-то знаю, и про это что-то знаю. Нет, вот вы должны записываться только на те темы, по которым вам действительно есть что сказать. Не просто прийти и сказать, аборты это плохо. Все, это провал, это полный провал. Нужны такие идейные люди. Вот. То есть аборты за и против. Почему их следовало бы узаконить? Почему их наоборот следует запрещать, а людей, делающих аборты, там, не знаю, порицать, ну что угодно, то есть на ваше усмотрение. Вторая тема. Мат. Использование мата в речи. За и против. В принципе, человек тот, кто за, уже есть. В эту тему нам нужен только противник, то есть мат против. Вот тот, кто против мата в использовании повседневном, в речи, да, пожалуйста, отзовись. Толерантность, хорошо это или плохо, да, то есть как явление, то есть нам нужно вот терпеть все, что нам не нравится, или все-таки нам нужно смириться с тем, что нам не нравится, и подумать, что, мол, ну, так мы же все люди и все такое. Или все-таки толерантность иногда переходит такую границу, что мало того, что приходят к тебе в дом, так еще и говорят, что и не нравится, как мебель у тебя в доме стоит, да? То есть толерантность, хорошо это или плохо? Далее, еще классная тема. Было бы идеально, конечно, чтобы две девушки здесь спорили. Ну и парни тоже, конечно, сойдут. Вообще, по любым темам у нас любого пола люди, да? Но тут именно хочется, чтобы девушки спорили. Карьеристка против семейной женщины. Сейчас просто такие тенденции есть. Какие-то девчонки орут, что все, там нафиг детей, нафиг семью, у меня там карьера и все такое, я хожу в универ. Вот. Или семья это важнее. То есть, вот было бы классно, чтобы две таких представительницы, одна более такая карьеристка, а другая более семейных ценностей, столкнулись в битве. Далее, религия. Нужна ли она в современном обществе? Не эти все срачи, там серия «Ололо, Бога нет, это нас не интересует», или есть ли он, а именно религия, сам как институт, да, вот в современном обществе вообще, какую роль он играет, насколько он нужен вообще, то есть за или против религии в современном обществе. И еще такая тема, возможно, она сейчас покажется, а как на это разве можно сказать против, но на самом деле можно, и есть такие люди, которым даже есть что про это сказать. Есть такая тема профессиональный спорт. Хорошо это или плохо? То есть следует ли вот так вот пропагандировать именно спорт, да, профессиональный, развивать вот эти все шоу с многомиллионной публикой, и когда люди идут вот смотреть на футбол или там, на бои без правил, я не знаю, на что угодно, или это все-таки где-то что-то попахивает гладиаторскими боями из Рима, да. Ну, это, то есть, нет тут никаких мнений по этому поводу нет, это вот именно ищем спорщиков на эту тему, то есть, тот, кто скажет, что профессиональный спорт это очень круто, это нужно и докажет это, или тот, кто скажет, что да, что-то тут не то. То есть, вот такие темы, еще раз. Аборты за или против, мат. Тут нужен только тот, кто против. Толерантность, хорошо это или плохо. Карьеристка против семейной женщины. Религия за и против. И профессиональный спорт, в принципе, за и против. Как подать заявку? Пишите на мыло lk28@gmail.com. В описании я еще напишу это мыло. Значит, с темой дебатл, и письмо должно быть такое, мол, меня зовут там Саша, я хочу выступить в теме аборты на позиции за или против. То есть обязательно надо... Ой, мой телефон упал. То есть обязательно надо написать, какая тема, и за вы или против. Вот это обязательно. И плюс 5 тезисов, примерно 5 тезисов, вот, от которых вы будете... как бы танцевать, от которых вы будете свое суждение строить.
Вот, съемки, скорее всего, но это еще не точно, 5 января будут, это воскресенье, да, но, возможно, будут и позже, а не 5 января, но это вообще сейчас вам не важно, сейчас важно набрать людей, как наберем, в принципе, людей, так и будем снимать, поэтому все, жду писем, заявок, дебатл набирает обороты, это крутая штука, впереди будет все круче и круче, все, очень жду вас, пау!